Снова вместе, Эйвор. Ты да я. Пламя в сердцах и оружие в руках. Басиль спрашивал о Фулке. Кто она? Союзник, Эйвор. Очень важный союзник. Божья женщина торгует пророчествами и тайными знаниями. Она не из тех союзников, которых мы ищем, Сигурд. Нет, она ценнее. Ты не представляешь, какие открытия нас ждут. Ты говоришь загадками, брат. Потому что я полон жизни. Мое сердце горит пламенем битвы. Как раньше, а? Да, Сигурд, как раньше. Помнишь охоту у Северного пути? Нашей первой крупной добычей стал олень. Мы справились с ним вместе. Стрелы, словно ледяные жала. И заточенные кости для свежевания. Ты справа, я слева, и мы бросились на него. Повалили, как огромное дерево, и началась борьба. Он чуть не отгрыз мне пальцы. Не знал, что олень может так кусаться. Я проткнул ему шею, хлынула горячая кровь, и жизнь оставила его. Ваши рассказы впечатляют. Это лишь одна из тысячи, Васил. То был славный рассвет нашей жизни. Ты так и не рассказал, кто такая эта Фулке. Когда придет время, расскажу. Она важна для большего замысла. Большего, чем покорение Англии? Нам нужно нечто большее? Терпение, Эйвор. Терпение. Ладно, оставь себе свои тайны. Но если нас постигнет неудача, они сгинут вместе с тобой. Ты поймешь, когда узнаешь всю правду. Обещаю. Смотри, Сюнин. Смотрите, мы успели. Похоже, суд еще идет. Моя сталь жаждет крови. Влетим туда, словно пылающие бочки? Нет, будем осторожны. Нельзя дать палачу занести топор.
нападут, как только увидят. Они собираются казнить пленников. К победе! Тебе не выжить! Заодно с Гедриком. Я обязан тебе жизнью. За Оксенбургшир! Тены, вперед! Господь! Будешь страдать! Меня прислал Гедрик. Уходим!
Мы годами сражались за этого Проныру, а теперь его вдова взялась за нас. Спасибо вам. Я жив и смогу поквитаться с леди Идвин. Я Тен Хольд. Гедрик жив? Да, он в Бакингеме. Славный Тен, мы на твоей стороне. Мерсия должна принадлежать тем, кто любит эти земли, будь то Саксы или Даны. Богом клянусь, я лучше выдам свою дочь за Дана, чем продам свинью кому-нибудь из Уэссекса. Раз Гедрик вас поддерживает, я тоже. Мы ищем Фулке, божью женщину. Ты знаешь, где она? Может, ненадолго забудем о Фулке? Наша цель — Идвин. Знания Фулки могут все изменить. Без них я не исполню свое предназначение. Безумная Фулке? Даже если она безумна, мой брат хочет с ней встретиться. Чем раньше это случится, тем ближе конец этой войны. Поймите, Фулке — еретичка, распространительница опасных знаний и враг церкви. Заявила, что говорила с Богом. Ее схватили по приказу леди Идвин, и я не знаю, где ее держат. Полагаю, в монастыре. Нужно все разузнать. Сигурд, не надо ли рассказать Гедрику, что здесь случилось? Можешь сделать это сам, но нужно спешить. Возможно, Фулки в опасности. Из-за нее ты рискуешь потерять все, чего мы добились. Поверь, Эйвор, Фулки очень важна. Скоро ты все поймешь. Надеюсь. Мы разбили лагерь на востоке Линфорда. Старая пристань на Грейтус. Встретимся там. Мы, Тены, соберем Фирт и остановим Идвин вместе с вами, любой ценой. Сообщи Гедрику. Скажи, что мы явимся по его зову.
Нужны все, кто может сражаться. Людей Идвин не осталось. Гедрик постарался. Припасов у нее было в достатке. Вы славно потрудились. Пролилось много крови. Масло, стрелы для спрингалда, фураж. Берем все ценное, остальное сжечь. Гедрик. Эйвор, Тены выжили? Все до единого. И собирают в фирт тех, кто может воевать. Тены тебя поддержат. В бою с Идвин нам пригодится любая помощь. А вы с братом, поддержите ли вы меня? Ценю твою прямоту, Гедрик. Я с тобой, как и мой брат. Идвин уютно устроилась в своем замке. Она собирает там людей и припасы, будь она проклята! А где твой брат и его странный друг? Продолжают искать ту женщину, Фулке. Брат уверен, что она поможет нам покончить с Идвин. Но я не понимаю, как. Делай, что должно, Эйвор. Когда придет время битвы, мои люди будут готовы. Я двинусь к замку Кинни-Белли, поведу фирт на приступ. Идвин защищают крепкие стены. Может, я могу как-то ослабить ее хватку вшире? Или заставить беспокоиться? А, дельная мысль. Можешь избавить нас от ее подпевал, если встретишь, и так защитить фирт от раздоров. Мы отбили часть припасов. Если найдешь еще, просто уничтожь их. Это легко. Как будете готовы, приходи в лагерь у замка Кинни-Белли. Как по мне, куда полезней псалмы. И пропеть надо 9 раз, если хватит. Зря люди ищут одну припарку от всех болезней. Нам сильно...
Из-за рыбы дна не видно.